Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире ТВ-шоу «Звездный час. Поющие модели». И с вами я, его ведущая Альбина Пронина. И сегодня мы с вами увидим уникальные номера наших поющих моделей. Ну и, конечно же, удивительные дефиле. Каждый из участников сегодня облачится в неповторимый образ и покажет нам технику исполнения своего собственного авторского дефиле. Мы продолжаем новый сезон вокального фестиваля «Звездный час». На этот раз участникам для победы недостаточно просто обладать хорошими вокальными данными. Им предстоит попробовать себя в роли настоящих подиумных моделей. Жюри будут оценивать вокальные данные, яркость и гармоничность выбранного образа и технику дефиле. Сегодня у нас жюри Большакова Зоя. Это медицинский клинический психолог, основатель женского клуба Нижнего Новгорода, самого известного женского сообщества России. Давайте поаплодируем! Также к нам в гости сегодня пришла потрясающая, неповторимая Катерина Дюдина. Она училась на академическом вокале, а также на эстрадно-джазовом отделении в Нижегородском музыкальном училище. То есть она джазовая певица, лауреат международного конкурса первой степени «Мы вместе», автор-исполнитель собственных песен, большой сценический опыт. Ну и регулярно она, конечно же, исполняет джаз, поп и рок-музыку. Давайте тоже подарим ей аплодисменты. Наталья Бахметьева. Это директор школы моделей Lady NN, организатор модных показок съемок для каталогов одежды и глянцевых журналов, а также постановщик дефиле. А сейчас настало время первого участника. Меня зовут Колпакова Алена. Музыкой я занимаюсь, наверное, с самого глубокого детства, а точнее быть с первого класса. 7 лет пропела в хоре русской народной песни, играла на ложках, на баяне, все по классике жанра. А потом долгое время, ну как долгое время, где-то, наверное, 5 лет занималась вокалом с преподавателем, но не настолько профессионально, больше, наверное, любительский уровень у меня был. Также после, наверное, просмотра «Дикого ангела», наверное, каждой девушке 90-х, начала 2000-х, глядя на главную актрису Наталью Орейро, мечтали петь, танцевать. Собственно, тогда я и загорелась, что я хочу петь, я хочу быть актрисой, певицей. Ай, брусничный цвет, алый да растрет, ай, есть то место, алый его нет. Ай, брусничный.
понравилось. Ярко, эффектно, образ очень подходящий, что мне показало странно в первом выступлении. Сейчас, наоборот, музыкальное сопровождение и ваш выход, ваша демонстрация себя, ваша демонстрация вашей короны, да, ну, короны, не то, что вы зазнались, да, вашей короны, вашего образа. Почему бы нет? Креативное дефиле, может быть. Мне понравилось. Следующий наш участник тоже леди в красном. Кристина Науменко, миссис Приволжский федеральный округ. Как оказалось, поклонников творчества Константина Меладзе на нашем шоу немало. Ты так любила яркие цветы, и по ним, как бабочка, порхала, и даря поклонникам мечты, сердце никому не открывала. Следующий участник не просто вокалист с тремя авторскими синглами, но и лучший IT-рекрутер и руководитель группы. Всем привет, меня зовут Олег, мне 29 лет. Музыкой начал заниматься с 13 лет, но нигде профессионально никогда не занимался. Пришло как-то само по себе, понял, что в 13 лет я умею петь. Есть или нет надежды? Буду ли я играть судьбой? Не все так серьезно. Я заживу, как прежде, но окажусь опять с тобой. Наверное, поздно. Стань для меня солнечным светом. Stop.
Не обижайте сердце, не оставляя свою любовь, она не вернется. Дай мне чуть-чуть согреться тем, что ты рядом будешь вновь, и все обернется. Стань для меня солнечным светом, зимой и летом. Мне без тебя так одиноко. Стань для меня Я, наверное, скажу так. Я 4 года нигде не выступал. Тут мне поступило предложение пройти попробовать кастинг. И я подумал, почему бы и нет? Почему бы спустя 4 года еще раз не попробовать себя? Ну, и в качестве пения, и в качестве, возможно, и моделинга. Ну, может быть, у меня там есть какая-то определенная внешность. И, наверное, это было как-то для меня бы интересно в будущем. Ну, потому что я сейчас, в принципе, такой человечек плотненький, пытаюсь похудеть, и, может быть, когда-то мы к этому и придем. Вот. В принципе, наверное, я себя по каким-то там определенным параметрам вижу даже на какой-то обложке журнала. Мне нужен турист, я делаю бэнгер, но не флэф, тоже в курсе за бэнгер. Бас закрываюсь на заднем сиденье, мне не нужно больше пенни. Сделал фэшн килл, я забрал сисен. Пришел забрать свое, а ты за призем. Лечу до галаксии самого низа. Ну-ка, откомментируйте. Что бы порекомендовали? Сделали для того, чтобы быть суперуспешным? Я бы порекомендовала снять куртку прямо сейчас. И под музыку. Они, девчонки, они такие вообще, смотри, безобразницы, а? Куртку им сними, потом еще что-нибудь понадобится. Да, да. И повесить на плечо было бы эффектно. На самом деле, что хочу сказать. Я себе еще, когда выступали вокально, пометила, что очень хорошие данные. Ну, собственно, какие данные? Молодость, фактура, да, хорошее телосложение. Ну, приятно вас смотреть, поэтому если вы себя... попробуйте в моделинге, то, я думаю, у вас будет успех. Песня была лиричная, нежная, безэмоциональная. Вот как будто давно не влюблялись, как будто не было страданий. Либо сгорели полностью, что уже ничего не бурлит в душе. Нет, я 10 лет в браке, так что все хорошо. А, ну вот, в принципе, понятно. И еще один представитель IT-сферы в нашем фестивале. Всем привет, меня зовут Александр Минеев. По образованию я айтишник и пришел выступать, поучаствовать в этом шоу. Пел я тоже всегда с детства, очень любил пародировать различных артистов. И в какой-то момент я решил, что мне этого на данный момент недостаточно, что я хочу как-то больше развиваться, поэтому пошел в музыкальную школу. И увидев, значит, объявление, что есть вот такой конкурс, я решил воспользоваться возможностью и прокачать свои навыки. Белая вьюга, сад водой, заколдованный снег. Ой, Кали-юга, проклятый век, через хребет тайной тропою ангел молчит, он видел много чудес. Но только с тобою, я буду здесь. Не бойся, верь мне, идем на восток. Даже если мир треснет, не бойся, верь мне, режь поводок. Мы будем вместе. Мы будем вместе.
воскреснем. Ходит молва, да шепчет округа, там за горой безумец строит ковчег. А-а-а, пой, Кали-Юга, а-а-а, проклятый век, щелкнет замок перед толпою, сбитый кулак, пеной сбитая спесь. А-а-а, только с тобою, а-а-а, верь мне, идем на восток. Даже если мир треснет, не бойся, верь мне, режь поводок. Мы будем вместе, мы будем вместе. Не бойся, верь мне, режь поводок. Мы будем вместе, мы будем вместе. Я на самом деле человек разносторонний, то есть мне интересна не только вокальная часть, мне еще интересно и развитие в других направлениях, в том числе тот же самый моделинг может помочь раскрыть какие-то таланты сценического мастерства, помочь снять какие-то, не знаю, там свои комплексы, зажимы различные. Ну, в общем, любые навыки, они всегда полезны. Ты не станешь отрицать, что мир этого создатель благ. Если он и создал тьму, то явно он желал, чтоб было так. Ты не будешь утверждать, что с ней он не способен совладать. Мне ваше выступление было непонятным, вот, и я так себе и написала, ничего не поняла. Нет, не хватило чуть-чуть вот актерской игры, наверное, вот какой-то такой вот глубины, чтобы вот прям вот влюбиться. А так за выбор песни прям пятерка. Еще один прекрасный представитель сильного пола, лауреат вокальных фестивалей и солист группы «Смена» Михаил Молоков. Все я выдумал сам, потому что был слеп и проклятый туман. Непроглядный туман и не выпавший снег. Песню нежных сердец под аккорды дождя и счастливый конец. И счастливый конец. И, конечно, тебя. Я к тебе приходил и в морозы, и в зной. Я тебе говорил, я тебе говорил. Все я готов, но тебе не нужна, но тебе не нужна неземная любовь. Фантазер, ты меня называла, фантазер, а мы с тобой не пара. Ты умна, ты прекрасна. В дефиле Михаил продемонстрировал весь свой артистизм и харизму. Девушка, прекрасная девушка, которая уже 10 лет занимается вокалом, и по профессии она метролог. Что это за прекрасная профессия, мы скоро узнаем. Ну а сейчас мы просто встречаем Ирину Кириллину. Если бы ты знал, как мне жаль, если бы ты знал, как болит, если бы ты видел мою печаль лицо, ты бы знал, что она говорит. Да не важно, что ты сказал, да
одна. Снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Снова стою одна. Снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Да вроде бы нашли пятый элемент, разделив его напополам. Да не важно, что ты сказал, ведь не важно, что, а как. А я тебя услышала, я поняла, да и ты далеко не дурак. Снова стою одна. На это платье. Зачем твое платье в леопарде? Следующий участник вокального фестиваля «Звездный час. Поющие модели» ломает все стереотипы и доказывает своим примером, что жизнь после выхода на пенсию только начинается. Киселева Наталья, 59 лет, бухгалтер с 38-летним стажем. Музыкой занимаюсь 4 года. В принципе, мне подарили сертификат в музыкальную школу на Новый год перед моей пенсией. Это как раз было 4 года назад. Я решила попробовать, хотя музыку любила всегда, наверное, как и все, и пошла на урок гитары и вокала. Конечно, с гитарой было тяжело, но тем не менее, когда у меня сочинились 4 песни за один месяц, я решила, что надо продолжать. Дождь стучит в мое окно, радуга над облаком, прошептала лето все. Наталья, я вами восхищена. И поете, и дефилируете. Кстати, сейчас не только плюс-сайз модели в тренде, но и возрастные модели, или age-модели, если на английский манер. Рассмотрите это направление. Это тоже очень популярно. За то, что песня была своя, свое видение этой песни, это здорово. Когда вы не взяли чужое и перепели, а показали свое. Показывать свое — это самое страшное, показать свое. Потому что, когда ты что-то перепеваешь, ну, оценили, это как бы, ну, окей. А вот когда из глубины души ты взял и показал свое сердце обнаженное, положил его перед зрителями, вот это вот тяжело, тяжело пережить. Поэтому за смелость вам 5, вы великолепны. А сейчас настало время узнать, кому какие оценки поставили жюри.
этом первый тур вокального фестиваля «Звездный час. Поющие модели» подошел к концу. В следующем выпуске вы увидите новые вокальные номера, подготовленные уже в дуэтах, и творческие выступления. Ведь дополнительным заданием для участников стало продемонстрировать свой скрытый талант. До скорой встречи!